Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре еще один китайский алкотестер AT6000. Значит, пришел он без упаковки фирменной, просто был упакован в пакетике. Был паспорт, сам алкотестер и 5 штук мундштуков. Вот такая вот инструкция с ним пришла, полностью на английском языке. Вот. Давайте перейдем к самому алкотестеру. Итак, у нас здесь устанавливаются три батарейки типа 3А. Давайте мы, наверное, сейчас вставим батарейки, посмотрим, как он работает. Какой вот, значит, полностью сделан из пластика. Вот такой вот под хром окантовочка. Ну, на вид, конечно, вроде как и смотрится, лишь бы он работал правильно. Итак, ставим мы сейчас батарейки. Включаем его удержанием на клавишу. Пошел прогрев. Вот, как видим, прогрев здесь долгий, не как обычно, 10 секунд, а более длинный. Это может даже тоже сказаться на качество, в лучшую сторону. Он откалибруется. Вот, и теперь пошел замер, теперь нужно именно дышать в данное отверстие, чтобы получить результат. Вот. Давайте мы сейчас опробуем с бокалом пива. Даже не бокалом, а 100 грамм пива выпьем, посмотрим, что он покажет. Следующий обзор я хочу снять тест трех алкотестеров по ценовой категории, которые от 2 долларов и как вот этот в районе 5-6 долларов. Уже точно не помню, но ссылочки я дам под видео. Ну, на данный момент мы сейчас проверим сам вот данный прибор, что он нам покажет. А потом следующее видео я сниму именно трех алкотестеров разной фирмы, тоже китайских, и посмотрим, что они нам тоже покажут, какие есть у кого какие погрешности. Ну и так, выпили мы 100 грамм пива, включаем данный прибор, идет прогрев. Экранчик тут, конечно, более симпатичный, чем более дешевых версий. Так, чтобы вам было видно. Вот так, надо дышать. Так, 0,62 промилле. Ага, так, у нас здесь миллиграмм на литр, миллиграмм на 100 миллилитров, показание это 124 получается, и бак. Бак это тоже надо будет посмотреть, что это. Ну, наши вот они, миллиграмм на литр, 0,62. Для разных стран идет, может, разная гравировка. Ну, наша, вот она, миллиграмм на литр или промилле. Итак, ну, мы видим, да? Давайте сейчас пройдет еще 10 минут, мы повторим тест, посмотрим, насколько это все снизится. Итак, прошло 10 минут, давайте мы повторим тест, включаем прибор. Идет прогрев, калибровка. Хотя при разных замерах желательно менять мундштук. Ну ладно, давайте посмотрим, идет просто снижение или нет. Ну, как видим,
за 10 минут у меня упало на 0,15 промилле. Это от 100 грамм пива. Ну, значит, в течение 20 получаса должно выйти на допустимую концентрацию. Итак, всем спасибо, пока-пока. Пользуйтесь кэшбэк, ссылочки под видео. Ждем следующий тест, будет 3 приборов.